Какие стаканы тебе? Не, никакие. Да подожди. А зачем ты будешь голову, что нельзя пить? Подожди, мое дело, как хочу, так я буду пить. Ты слушай, ты не ори, ты выгони нахуй сейчас. Мне похуй. Буду в туалет снимать вообще с ним. А? Подожди. Все, не говори. Опять молюсь в пустой бутылке я. Мой пьяный мозг не варит нифига. Ну дайте мне живого соловья. Я из него сварю друзьям обед. О, привет, мои подписчики. Нати, Алекс, Светлана, забыл. Короче, да. Чё, давайте я налью. Давай, иди. Нет, ты сюда иди. Я не хочу, чтобы меня видели. А иди сюда, а я тоже не пойду. Сейчас я буду тебя видеть. Я не буду видеть, что вам нужно. Давай, иди. Пополнее. Пополнее, сейчас у меня нихуя не останется. Там уже полная бутылка, 2 литра, еще, да, все. Ну, жадный. Я не жадный. Ладненько, за вас. Нельзя залпом пить, дебила. Так. Да, вот. Одиночество такое. У меня одиночество. Почему у меня одиночество? Сам не знаю. У меня вон ампакир есть. Амбирка. Животных много. Но одинокие. То есть у меня нету второй половинки. Я не знаю почему. Нету? Ну вот такая вот фигня вот со мной происходит. Виски, да, вот пол бутылки у меня выпросили, да, я же не жадный, мы жадные, забрали у меня пол бутылки, вот и видите, я не жадный. А, передай Нате привет. Привет, Нате. Громче говори. Привет, Нате. Вот Нате тебя мамка привет. С алкашом сидеть не хочу. С алкашом сидеть не хотят, я не алкаш, а... Буду думать, что я алкаш. Я не алкаш, не пьяница. Так, хотел, короче, уговорить ее залпом, но нельзя. Как-то нельзя. На том свете люди оказываются. На том свете, ну, блин, одинок. Какой я одинок? У меня вон босс слушай, есть. Слушай. У меня бог там есть. Слушай. И какой я вообще одинок? Вообще виски пьют, вот так наливают. Вообще не знаю. Сережка, вот так вот бокалы надо. Вот, знаете, вот такие вот крабы-палочки. Короче, они светофоры дешевые, короче. И, короче, с ментай делают. Там, вот это вот красное, это, короче, крабовая фигня. На вкус, короче, какой-то, блядь, пенопласт, нахуй. Какое? Или клей какой-то. Клей какой-то, или фиг кто узнает вообще. Кто не знает, то у них там не продается. У них нет крабовых палочек, она спрашивала. Да? У нас 2 вида. Так, у нас, да, есть крутые, есть... Дерьмовое есть вообще, короче, непонятное. Что это типа как получается обзор? Я не знаю, какой я одинокий, нахуй. У меня настроение, я не знаю. У тебя животных полно. У меня животных много. У меня еще Бог любит. У тебя цветов много. Цветов много. И Бобби есть у меня. Ты сфотографируешь цветы. И Бобби у меня есть. А мама говорит, ты цветы сфотографируй. Хочет похвастаться своими цветками. А что мне ими хвастаться, вон они стоят. Цветками, а цветами. Нет, цветками. Потому что я же не могу говорить, я же неграмотно. Ну, если пишете, что я с ошибками пишу, там мне как-то я вообще по барабану. Я всегда буду писать с ошибками. Мне главное, чтобы это... не было ошибок. Мне главное, чтобы духовных не было ошибок. А остальные как-то мне наплевать. Что ты возьми это ножницы или ножницы. Я вообще... Блин! Гандашвили! Я держу, кого подержать? Ты что, Бобби, делаешь? Это рысь ёбаный. Рысь меня чуть эту не уронила. Он привык сам лазить по этим, по деревьям. Блин.
Сейчас был бы я без камеры. Ой, без этого. Да. Все. Ты посмотри, какой он. Где отсюда? Он привык на дверях сидеть. Сверху смотреть. Да, он там, короче, залазит. Он же рыб. На двери. И сверху смотрит. На дай, пожалуйста, ножницы. И сверху тоже секс на секс. Ну там ножницы. Ну так как получается, блин, обзор, ну, блин, одиночество. Ну одиночество, да. Если кто-нибудь меня любит, то можете ну. меня любить, ну. Можете мне заимку кинуть. Одиночество, когда один живет человек в квартире. Нет, одиночество, когда тебе в душе одиноко. Почему у меня печальные глаза? Потому что мне в душе одиноко. А у тебя с детства таким. Потому что мне всегда одиноко. Хотя я с писклёй деньги считал, у меня все равно было одиноко. И день-день с писклёй делались, все равно было одиноко. Аня, ты знаешь, что хоть день-день? Ладненько. За вас. Это алкоголь показывает. За вас, чтобы у вас было все нормально. Удачи вам. Его пьют по чуть-чуть, вот так наливают в бокальчик. С вами был Позитив Вселенной. Я не знаю, хотел, короче, что-то такое соснять, понимаю, заснять, что раз. Одиночество. Какое меня нахер одиночество? Ну и что, потом меня когда-нибудь полюбят. Может, не полюбят. Ладненько. Всем вам. Сам виноват. Пока.